На рынке труда сейчас очень востребованы рабочие профессии, поэтому школьникам учиться на слесаря, лаборанта или строителя советуют специалисты центра занятости. Об этом они говорили на дне открытых дверей в одном из колледжей Кирово-Чепецка. Там же был и потенциальный работодатель. Какие специальные условия ждут будущих студентов и почему сейчас выгодно работать на заводе, узнала Светлана Клышницына. С самого нужного помещения, по мнению студентов, в столовой началось знакомство с автомобильным промышленным колледжем в Кирово-Чепецке школьника Николая. В этом году он заканчивает 9 класс и сегодня вместе с другом Федором приехал из Каринки на день открытых дверей, чтобы поближе познакомиться с учебным заведением, отзывы о котором слышал много раз. У меня тут друг учился, говорит, ну хорошо, как бы все, и условия такие, общежития дают, как бы все как бы. Подробнее об условиях учебы в Вятском автомобильном промышленном колледже школьникам сегодня рассказали и преподаватели, и специалисты центра занятости, и будущие работодатели. Учебное заведение готовит специалистов рабочих профессий, а они на рынке труда сейчас очень востребованы. И будущий работодатель, крупнейший налогоплательщик области, компания «Уралхим», заинтересованная в молодых специалистах, аппаратчиках, слесарях, лаборантах, уже не первый год ведет совместную работу по профориентации молодежи, создает специальные условия для студентов. Мы предлагаем дополнительную стипендию на период обучения в автомобильно-промышленном колледже. Мы предлагаем оплачиваемую практику на нашем предприятии. И мы предлагаем гарантированное трудоустройство. Обо всех этих плюсах Виктория Коломеец знает. Она уже студентка. Сейчас готовится встречать абитуриентов, чтобы поделиться впечатлениями. Учиться сюда девушка пришла специально из-за будущего гарантированного трудоустройства. Через полгода химик-лаборант станет молодым специалистом завода минеральных удобрений в Кирово-Чепецке. Сейчас такое время, что лучше работать на заводах. Во-первых, и соцпакеты, и какая-то стабильность, и зарплата хорошая очень. Те, кто приходит на наше предприятие, получают обязательно подъемные. Дальше по истечению года работы на предприятии там тоже предоставляется достаточно такая существенная материальная выплата, которая предусмотрена положением. Также молодым специалистам ЗМУ будут помогать с жильем. Но на время учебы в колледже студентам предоставляется общежитие. Все это школьники узнали сегодня. Также смогли наглядно познакомиться с будущими профессиями. И многие ребята после этого дня открытых дверей твердо решили, пойдут учиться именно сюда. Светлана Калышницына, Данил Кочкин, Бюро новостей Давича.